Спортивная 13 этому дому более 40 лет, но такого большого ремонта здесь еще не было ни разу. Однако, по мнению некоторых жильцов, и в этой бочке меда есть ложка дегтя. Вот, посмотрите, пожалуйста, как делают наши рабочие бесплатно. Вот, смотрите, вот я нажимаю, оно должно полностью закрыться. А здесь щель 5 миллиметров. Вы им показали щель, вам что ответили? А и так сойдет, замажешь этим поролоном, потом наклеишь сюда, и это, а мы, говорит, вам бесплатно делаем. Не верит Сергей Владимирович и словам подрядчикам, что в комплекте к новым балконным рамам не идут москитные сетки. И их нужно покупать в частном порядке. Мужчина уверен, налицо факт мошенничества. Если ты хочешь подешевле, мы тебе без договора подешевле продадим эти сетки. Рабочие сказали, бригадир. Вот. Меня это возмутило. Я понял, что москитные сетки где-то существуют. Они в смете должны быть заложены. Я считаю, что это мошенничество на 99%. Удивление. Вот что вызвали наши вопросы у начальника участка подрядной организации с Сергеем Владимировичем. Он разговаривал накануне. И ни о какой проблеме с рамой тот не говорил. Решить же ее оказалось очень просто. Это не проблем, когда вам в какое удобное время вам да, будет. В понедельник придут, да? В понедельник, раз вы дома будете, ребята подойдут, отрегулируют. Просто в процессе ремонт идет. Ну это вы мне обещали. Это мы сделаем сюда. Покрасить все, да, зашпаклевать. Это все зашпаклеем, покрасим то, что ага. Здесь это. А то я только нет, покрасил. Это все устранится, все сделаем. Ну ладно. Все? Спасибо. У Анны Алексеевны балконные рамы не меняли, свои хорошие. Но претензии есть и у нее. Женщина не понимает, почему балконы и лоджии в одном доме обшивают по-разному. Они говорят, лоджия обшивается, а балкон нежилое помещение не обшивается. Мне это непонятно. Разъяснили подрядчики. Все работы ведутся в соответствии с генпланом. Это утвержденный уже план. Есть, его утвердили. То есть балконы, которые выступают, будут обшиваться с металлосайдингом, лоджии будут обшиваться, утепляться. А вот обвинение в мошенничестве, заявление куда серьезнее. Доказательство – смета. Ее управляющая компания готова показать всем сомневающимся. По спортивной 13 у нас проводится капитальный ремонт. Ремонт фасада с утеплением, замена балконных рам. То есть по смете москитные сетки по смете не проходят. Наталья Лушникова, Ренат Харасов, Новости НТР.